Да, и вот прямо сейчас уже. Да, и мы переключаемся. Резко переходим, да. Резко переходим в четвертый поединок. Это противостояние Мусаева Вадима против Захареева Юрия. Мы видим сетку, по которой прошел Юра, да, с Алиевым. Он также с представителем Азербайджана. Мы перед этим комментировали этот поединок. Это были полуфиналы, где также Захареев показал свой сумасшедший темп. Просто великолепный темп. Тот прессинг, и то количество ударов, то количество маневров и действий, которые показывает Юрий в ринге, запредельный. Хотя с учетом того, что это весовая категория до 71 килограмма, он двигается просто как представитель более величайших весов. Он какой-то битурбированный. Он отрабатывает от первого до концовки третьего раунда на невероятных скоростях. И с таким огромным количеством ударов, что это любо-дорого смотреть, потому что редко видишь, когда все равно спортсмены устают, все равно где-то себя сдерживают. Но он настолько заряжен на этом чемпионате мира. Понятно, это такой вызов для него. С молодежи перейти по взрослым, и он уже в финале, это феномен. Конечно, наш, к сожалению, наш лидер сборной сейчас Александр Хижняк отдыхает после пятилетнего тоже вот цикла олимпийского. И он не присутствует на этом чемпионате мира. Но у нас есть уже новая звезда, невероятно, Юрий Захареев, которого все ждут. Вся Украина пишет, когда Захареев боксирует. Не могут дождаться. Ты знаешь, даже смотреть то количество комментариев, которые пишут в Инстаграме, пишут в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на все социальные сети телеканала «Дом», ищите их в интернете, в сети телеканал «Дом», подписывайтесь и, так сказать, следите за анонсами и новостями, потому что здесь еще множество будет спортивных событий, в том числе и боксом. Также, ты знаешь, хотелось бы отметить и Мусаева Вадима, как он провел перед этим свой предыдущий поединок. Это был поединок на таких слабо-вялых... Ну, не было красоты бокса. Я не хочу быть таким... На скорости 10 километров... Я поняла, да. Мы очень удивились с Максом, потому что это после того, как мы привыкли видеть, какие бои проводит Юрий Захареев, то здесь такое впечатление, что человек себя жалел и уверен как бы немножко в своей победе. Ну, два спортсмена очень... какой-то такой лайтовой версии отбоксировали, и я прям волнуюсь, потому что... Да, тем более у Мусаева был представитель Бельгии, если не ошибаюсь, и прошел он его, по сути, абсолютно без риска для себя, и я вот, если можно, так вот сейчас заглядывая и анализируя вот этот поединок, который будет Мусаев против Захареева, то предсказуемо, что Мусаев будет работать в своей манере, второй номер, выжидать что-то этот, но посмотрим, какой темп задаст, мы уже знаем, какой темп задаст Юрий, сможет ли Мусаев выдержать темп Юрия. Да, мы посмотрим. Во-первых, Мусаев выше Юрия. Хотя это абсолютно Юрия не смущает. У него практически все соперники были выше его, где-то на полголовы. И он с легкостью расправился со всеми. Англичанин был очень высокий. Вот разве что Алиев, предыдущий соперник из Азербайджана, был более-менее его. Все остальные выше. 71 килограмм и все высокие ребята. Ну и как мы также анализировали за кадром Мусаева, широкие плечи, мощные плечи, что в принципе может дать себе знать на таком высоком темпе на протяжении трех раундов. Ну а мы анализировали то, что у него достаточно такая раскачанная трапеция. Да. Обычно люди с такой фигурой идут в ближнюю и среднюю дистанцию, это логично. А он почему-то боксирует на дальней дистанции с такой фигурой. И выход нашего украинца Юрий Захареев, 19-летний талант из Украины. Да, мы напомним, что Юрию Захарееву только 19 лет. И он уже в финале чемпионата мира среди мужчин. И уже, видимо, есть... Да, это с прошлого поединка осталась небольшая. Небольшой синячок, но тем не менее, я думаю, это Юрия не останавливает, а наоборот еще больше мотивирует, еще больше забрать это золото и этот призовой фонд и прославить, действительно показать себя
потому как, просматривая поединки Захареева, это действительно красота бокса, и за такими поединками действительно интересно наблюдать, потому что это не скучные поединки. Это не скучные поединки, а наоборот, тот поединок, те бои, которые держат в напряжении. Держат напряжение и, ну, по сути, кайфуем просто от этого бокса. И мы видим, как показывают данные спортсменов, значит, спортсмену из РБФ 28 лет и на 9 лет старше Юрия. То есть это сложившийся уже взрослый мужчина с большим опытом. Но, как говорится, выигрывает техника. Итак, дорогие друзья, противостояние украинца Захареева Юрия против представителя РБФ Мусаева Вадима прямо сейчас в весовой категории до 71 килограмма. Это финал чемпионата мира среди мужчин. Итак, удачи! Да, видим, уже начинает прощупывать передней рукой. Мусаев. Достает. И видно, так уже так размашисто левой рукой пытается работать. Ой, Мусаев и насыпает. Да, немного наткнулся на левую руку еще. Ну, отлично пробил двойку. Корпус и в голову, да. Также попадает справа сейчас Юрий. И видно, как уже мажет Мусаев. Предупреждает его уже, делает замечание ему. Рефери, да, в ринге, чтобы не шел опасно головой. Да, самое главное обойти переднюю руку Мусаева. Видим, что проваливает сейчас потихоньку, начинает уже проваливать. Есть первые звоночки для Мусаева. Да, что... отлично, мы видим, что Юра нащупал все-таки уже свою дистанцию. И это уже, по сути, спустя только минуту первого раунда. Да, начинает немного уже клинч, грязнить Мусаев, но тем не менее не ведется на эту игру пока. Более затянутые удары у представителя РБФ, и это хорошо, отлично, это на руку только нашему спортсмену, потому что отлично, видите, как, насколько быстро он пробивает. И есть уже немного повело так. Мусаева можно сделать поправку. Отлично, по корпусу, какой удар. Подмечает так активно свою правую руку. И так у Захареева прекрасный тайминг. Он чувствует дистанцию. Он умеет вовремя ворваться и в так, бой. Можно сказать, из клинча так набросал так удары снизу. Юрий. Он так умеет входить в свою дистанцию и даже дорабатывать в клинче, насыпать с такой скоростью. Здесь наткнулся. Сейчас немножко, да, наткнулся напрямую, но мы видим, это типичная работа для спортсмена из РБФ. Он высматривает и бросает одиночный. Что хорошо для нас? Юрий бросает постоянно серийно. Серийно, вот, и сейчас вот. Попадает. И постоянно обрабатывает корпус соперника, что нам и нужно. Несомненно, в первых раундах работа по корпусу замедляет спортсмена, противника. Что мы и видим. Да. Он остановился и стоит и ждет Юрия. Сам уже начинает пробивать по корпусу Мусаев. Левым в корпус, и видно, что сильно предсказуемо уже начинает работать Мусаев. Выжидает и хочет одним ударом встретить. Видно, что понемногу набирает уверенности. И да, видно, вот есть недоработки, где проигрывает по скорости. Оступился, ничего страшного. Оступился Юрий, проигрывает по скорости немного Мусаев. Это вообще постоянное преимущество Юрия. Он всегда быстрее других. Прекрасно. Смотрим. Ну что, ждем подсчет судей. И я думаю, здесь победа будет Юрия. Мне тоже так кажется, потому что Юрий был точнее, но опять-таки здесь, как говорится, судьи всегда непредсказуемы для нас. Мы видим всегда со своей стороны. Нет, здесь уверена победа в первом раунде. Отлично. Юрия Захареева. Мы поздравляем. Первый раунд уже за нами. Я думаю, мы видим, как показывает тренер Мусаева, на чем акцентировать, уже начинать дорабатывать. Но смотрим повторы первого раунда и как просто великолепно проваливал и разбирать. Начинал уже, по первой звоночке были для Мусаева, как начинал его разбирать Юрий. Юра настолько неожиданно бьет по корпусу. Посмотри, да? Да. Он показывает, что в голову, и переводит в корпус. Вот именно это и является
является вот его визитной карточкой, и этим он берет. Причем в некоторых моментах он отлично попадает в район солнечного сплетения, где-то пробивает даже ниже, и... Это еще похлеще, чем... пробить в пресс, попасть в пресс. Здесь попадает сейчас Мусат, натыкается, и вот, правая два раза заходит в... лицо Мусаева. Видно, видно, пытается. Пытается просто споймать на контратаке. Конечно, Мусаев, но еще, думаю, еще полраунда, и у него совсем не будет руки подниматься. Слишком нельзя в боксе перекачивать руки. Они просто отекают и не поднимаются. Мы просто видим, как Захариев, с какой скоростью у него вылетают руки. Да, видно, натыкается немного на левую руку, на левой встречной Юрий, но тем не менее держит, с учетом того, что пропускает, держит эти удары и продолжает наращивать темп. Ох, как хорошо взорвался. Были два четких попадания по Мусаеву со стороны Юрия. С учетом того, что даже по антропометрии проигрывает немного Юрий. Ну да, за счет этого и он натыкается на эту, конечно, руку переднюю. Но это не мешает ему все-таки заходить в его нужную дистанцию, как удар по корпусу. Да, встречает, надеется на левую свою руку Мусаев. И так прихватил его. И он не бьет, самое главное, под селезенку. Он бьет четко в солнечное сплетение. Я думаю, это прочувствовал уже. Прочувствовал, да, он уже стал более медленный. Видно, как пытается и видит все удары, и прям вот отклоняется буквально в сантиметрах. Юрий Мусаев, прошу прощения, Юрий Захариев. Юрий Захариев, конечно, мы все волнуемся. Вадим Мусаев. Попадает сейчас справа, отлично, даже сам так лицом немного дернул Мусаев. Мне кажется, Юрий даже немножко подуспокоился, мне кажется, он уверен уже, знает, что он делает, да, и уже не набрасывается, все более делает деликатнее, аккуратнее. Но я думаю, что, в принципе, на третий раунд... Концовку, конечно, он всегда взрывается. Забирать надо концовку уверенно, чтобы и для судей не было вообще никаких вопросов. Отлично. Еще одно попадание правый. Справа. И еще раз двоечка. Видно, что уже не нравится эта правая рука Юрия самому Мусаеву. Отлично. По корпусу еще раз. Немножко растерянным уже в своих атаках и в своих ударах выглядит сам Мусаев. И мы видим, что замедлился, действительно замедлился. Замедлился и руки опускаются. Видишь, они не стоят высоко, как раньше. И под конец. Последний удар за нами. Да. Итак, ну что, подсчет судей. Ждем. Я думаю, здесь просто так же уверенно будет... Я думаю, да, абсолютно, как говорят наши комментаторы, что будет. Но ничего. Да, 4 судьи отдали нашему Юрию Захарею. Один судья почему-то увидел ничью. Победу ничью, да, да. Мусаева. Смотрим на повторах. И что ж, дорогие друзья, заключительный третий раунд нас ждет. И это действительно напряженный для нас момент. Но хотя мы видим, что 2 раунда уже за. Да, и не рисковать. Да, думаю... самое главное, не рисковать. И я думаю, что да, Мусаев сейчас. Ой-ой-ой, будет... вот, конечно, на повторе. Какой прямой пропустил россиянин, я даже не знаю. Пытаться идти ва-банк. Ну что ж, Украина, 3-й раунд. И мы уже просто в шаге от того, чтобы иметь чемпиона мира. Но нужно быть все равно максимально сконцентрированными. По сторонам. И пробил правый прямой и попал. Да, занял уверенно центр у нас ринга Мусаев. Пытается уже пробивать своими акцентированными ударами. Мне кажется, наш Юрий Захарев просто кайфует от того, что он делает. Видишь, он расслабился, разбирает. Он делает финты, он работает на ногах, он больше не бросается. Отличный футворк. Да, подключил в 3-м раунде Захареев, и мы видим, как просто играется, как кошка с мышкой. Конечно.
Ну, я думаю, что, конечно, тренер сказал, не нужно рисковать, идти, и не дай бог будет какая-то травма. Ты уже все, у тебя все получается, делай то же самое, только не нужно налетать. В данном эпизоде, конечно, перед этим Юрий просто не оставил шанса, провалил, нанес удар, и ментально уже чувствуется, что Мусаев просел, немного растерян, хотя это было и в конце второго раунда. Невероятно, ты посмотри, что делает, да, накручивает, обманывает. Вот в данный момент Мусаев выглядит очень топорно и предсказуемо. Валится на канаты, пробивает по селезенке Юрий. И заходит туда удар. Заходит, видит, видит все дыры в обороне у Мусаева. Уже изучил за предыдущие два раунда. Плюс просел Мусаев. И видно, как уже замедлились, да, действительно, удары. Да, и мы видим, что Юрий ему даже позволил быть первым номером. Теперь он работает на контратаках. И, ну, насколько классно. Да, класс действительно отличается. И талант, действительно, талант. Уникальный талант Юрия Захареева просматривается и уже показывает не то чтобы, а просто красоту бокса. Уже работает на стиль, работает уже на, можно сказать, на такие... На удовольствие для себя, да. Последняя, заканчивается последняя минута. Остается чуть больше 40 секунд до конца третьего раунда, и... Но все же... Ну, Юра Спринтер, он все равно сейчас взорвется. Последние 20 секунд, он всегда взрывается. Каждый бой... Концовочку делает. Концовка поединка, но мы видим, Мусаев уже растерян. Последние 20 секунд у нас, дорогие друзья, поединка. И не успевает даже перефехтовать или нанести удары, потому что уклоняется и хорошо работает корпусом Юрий Захареев. Ну что, 10 секунд, 10 секунд за... Это финал. Это финал чемпионата мира, и у нас медаль. Полный D-класс в третьем раунде и уверенная победа Юрия Захареева. И у нас чемпион мира среди мужчин Юрий Захареев. Поздравляем. Вся Украина поздравляет. Радуется, конечно, Игорь Юрскул, этот тренер Юрия Захареева, ну, невероятного, конечно, ученика подготовил, доволен Леонид Лаивский, главный тренер сборной Украины, я думаю, там сейчас присутствует президент. Также представитель Федерации бокса Одесской области. Да, все там присутствуют, все поехали поддержать Юрия, и... Это такое счастье, когда ты едешь поддержать, и ты получаешь то, что ты хотел. Он доволен, он просто счастлив. Золото в кармане. И да, он один-единственный прошел полуфиналы. Прошел, можно сказать, перед этим был казах, потом представитель Азербайджана. И здесь, ты знаешь, перед этим поединки были посложнее у Юры. Финал оказался намного легче. И в третьем раунде был полный D-класс со стороны Юрия. Да. И да, единогласным решением Юрий Захареев становится чемпионом мира. Расстроен спортсмен из РБФ, не захотел, ну, так, пожал руку. Ну, всегда, в принципе, неважно, нужно уважать своего соперника, всегда нужно поблагодарить за бой, тем более бой был очень чистый, грязи не было, по сравнению с прошлым боем, и борьба была, и удары, видите, головой, и все что угодно, это был чистый, замечательный бой. Ну, мы поздравляем Юрия Захареева просто с невероятной победой, и просто вышел, и с такой легкостью в чемпионат мира, 6 боев, это 6-й его бой, это, ну, невероятно, ну, просто талантливый парень. Вот он. Радости. И я уверен, также все телезрители, все украинцы и все, кто болел за Юрия, невероятно рады. И, наверное, открывают уже бутылки шампанским, празднуют победу. И, конечно же, ждем и Юрия в дальнейших чемпионатах, потому как красоту бокса, своей красотой бокса, мне кажется, он еще больше привлек, завоевал фанатские сердца бокса по всему миру.